привет всем. Сашка. Здорово. Здравствуйте, здравствуйте. Давно меня не было. Давно не было меня в прямом эфире. Вот. Что-то я был за ночь. Саша работает, делами занимается. Вот. Сашка работает. А, Александр. Дорогой мой друг. Питаюсь по твоей системе KFC. А почему ты в Москве был, не сказал ничего мне? О, Лерочка, привет. Привет, там, спасибо большое, Адлина. Да, вместе. Саша, разминаю тебя ничем. Так, хорошо. Ну, Саша, ты завтра с 8 марта поздравим. Брат, 3 встречи, Краснодар. Понял, деловой колбаса. Саша тут, да. А, карьеру закрыли, ничего. Как дела, работа как? Да дела нормально, устаю немножко, но ничего вроде. Справимся. Я тебя, Саша. Спасибо, Мишка. Да, Саша. Это сарказм, что ли, с твоей стороны? Зачем пишешь всякую шляпу? На дом 2? Да нет, боюсь, нет. Ох, Елен. Привет, Елена. Как ты? Пора бы уже вам пожениться. Нам до свадьбы еще жить и жить. Мы с Сашей пока привыкаем друг к другу. Вот. Сейчас на меду. Приятно. Спасибо большое, Лен. Блин, я в солярий даже не могу сходить. Вообще жесть. Стал бледный, как зефир. Вот. Елена, а ты, кстати, в Москве когда-нибудь бываешь? Я вообще на Инстаграм никогда денег не получал. Я вообще хотел страницу удалить, а потом подумал, моей новой работе нужна реклама, поэтому я не буду, короче, удалять.
пускай будет. Елен, ты если в Москве будешь, обязательно пиши, увидимся. Леша Кудряшов спрашивает деньги. Я не знаю, он у кого-то спрашивает деньги, я просто не видел. Все, договорились. Это. Не, у Саши есть некоторые проблемы, по которым она не может меня познакомить с дочкой. У нее там это. Обязательно, Лен. Обязательно. Этот. Не знаю. Тебя-то, Саша, каждый день кофе угощал. Короче, есть определенные обстоятельства, которые мешают мне знакомиться с Сашиной дочкой. Ну, Саша. Ну, хорошо, Саша. С Леной тоже. Ты сейчас что, Саш, делаешь-то? Что я не хочу? Вы кто такие? Travel Blog. Вы же даже вообще не знаете никого из нас лично. Как и я вас. Я же могу за глаза сказать, что вы там чмо или урод какой-нибудь. Но я не могу этого сказать только потому, что я вас не знаю лично. Я считаю, это ничтожно судить о человеке, по мнению других. Ну и что? Вы меня знаете, Краснодар. Я думаю, если бы вы меня знали нормально, то вы бы не говорили чуши всякие. Вот. То, что мы пересекались, ну как бы. У них, у Саши вообще семейка интересная. Они друг друга до слез постоянно доводят. Я, честно говоря, немножко от этого устаю. Они друг друга кроют там. А вот. Поэтому я немножко, конечно, в шоке от того, что происходит там. Ну да ладно, как говорится. Посмотрим, что будет дальше. Саша забила на дочь. Не, обстоятельства, я имею в виду, что Саша с дочкой видится. Дочка Саше нужна просто. Не знаю даже что. Говорил. Но чувства. Оно чувство меня побороли. Что все подряд ел? Я ем 6 в одном. Что мешает взять, прийти и познакомиться?
есть обстоятельства, в общем, не буду об этом говорить. Волжском привет большой. Ну вот, видите, и сестра говорит, что... Ну вот, я и говорю, что, видите... Есть сестры, есть там мамы. Там отросит и бросит. Вообще-то мы с Сашей обоюдно решаем некоторые вопросы, в том числе и вопросы того, что мы там попытаемся опять какие-то отношения построить. Вот. Раз, здравствуй. Спасибо большое, Юлия. А, привет. Привет. А ведь тебе нужно, тебе уже никто не поверит и в твои чувства к ней в том числе. Так, честно говоря, я ни у кого веры-то не прошу. Вот, если бы я... влюбленного самца, видимо, вы женщина в возрасте распишите слово самец. Я тоже люблю его. Вот. С Сашей, да, вместе. Так. А с кем ты сейчас? Сейчас я один, кушаю. Вот, сейчас надо сделать некоторые дела. Ответ был, ну, так подожди, Саша вместе сказал, да. Как думаешь, добавят лаврушку в борщ или нет? Обязательно. Красавчик, спасибо большое за свое счастье, спасибо. И я Витю люблю. На самом деле, самовлюбленный, в каком-то смысле, да, я люблю себя. Но пренебрегаю многими своими желаниями в угоду каким-то другим вещам. Вот. Так, скоро на работу. Какой у тебя рост? 2 метра 9 сантиметров. В каком городе вы? Москва. Так. Да я до этого же написала, что люблю ее, и сказала, что люблю ее. Ты. А ты внимательная, Кристина. Ну ты невнимательная. Я же до этого сказала, она написала «люблю тебя», я написала, я тебе тоже сказал. Вот. Как я тебя могу любить, я же тебя даже не знаю. Я не люблю на самом деле людей, которые говорят за глаза. Я не люблю тех, кто из-под тишка. Я не люблю сплетников. Знаю, вспоминаю, конечно. Не помню. Не, не знаю. Это на Волкова. Hi, buddy. Hi, bro.
What's up? Так. Здравствуйте, здравствуйте. А, привет, красавчик, здравствуйте. Саша можно ставить пример как человек, у которого совсем отсутствует материнский инстинкт. Да не, почему Саша очень скучает по дочке своей? Саша отправит сидеть специально. Не, Саша постоянно скучает по дочке. Постоянно хочет быть с ней, поэтому у нее хороший материнский инстинкт. Скучаю. Танюша. Красивый мужчина, вы, Саша, хорошая пара. Спасибо большое. Спасибо большое. Аля ушла на второй план, когда ее в Борск отвезет. Она немного сейчас мешает. Нет, видите, мы вот Саша сейчас, допустим, я думаю, что сейчас Саша с дочкой, наверное. Мы сейчас не вместе. Ну, вместе. Я сегодня, завтра работаю. Вот. На следующей неделе планирую к детям съездить. Вот. Посмотрим. Надеюсь, все получится. Сашке сейчас, я думаю, что будет много времени для семьи, для работы. Вот. Латвии большой привет. Кристей, привет. Краснодар, привет, большой привет, Краснодар. Надеюсь, что в скором времени получится приехать туда. А, ты красавчик, спасибо большое. Привет, Виктор из ЕКБ. ЕКБ, большой привет. Подпишешься на меня? Без чего бы? Я сейчас вообще ни на кого не подписываюсь. Вот. Мне, я, честно говоря, очень много страниц у меня закрытых, которые я не смотрю, и мне неинтересны. Я, наверное, подписан на них только как там, чтобы не обидеть. А, нет, какой Ворске? Я в Москве. Ну что, господа, дамы, наверное, больше. Я вас целую, обнимаю, всем хорошего вечера, хороших выходных всех, с наступающим 8 марта. Рад был снова появиться в сети. Надеюсь, в дальнейшем будет что-то интересное, будем что-то освещать. А пока что работаем максимально. На связи.